Хорошо. Ну, единственное, что, какие еще вопросы есть? Единственное, Мария, вот Маша не рассказала, там все как вот я хотел вначале, чтобы... Да, да, я согласна. Да, перед, ну, то есть, как видео снять, так вот, потому что... Чтобы можно разговаривали именно в тему, так и так далее. Можно из кусочков смонтировать. Типа диалога сделать или как видео, ну, Дженни Руфлинга. Да, самые сочные моменты выхватить и средактировать, как обычно вы это делаете. Сколько там, 30-15? Ну, больше делает, 10 делает, голос он больше снимал когда-то. Красота. Красота. Девушки такие фабричные, песни поются, и девушки фабричные. Супер. Русские народные, хороводные. Вот. А, кстати, у нас будет сегодня хоровод возле костра, как раньше. Это славяне, по-моему, делали, если не ошибаюсь. Хоровод. Прыгать культура. Я не знаю, но хоровод, да. Но они прыгали точно, да? Да, да, Дана Ивановна купала, да, да. Угу. Еще ходили в лес, потому что в этот день считалось, что папоротник, короче, зацветал, и поэтому самые смелые ходили в лес и искали цветочек, короче, вот этот папоротник. А может быть и прыгнем? Да, мы нам терять нечего. Смурские девочки, это самые продвинутые, бесстрашные. Мы все можем, все умеем, и в огонь, и в воду, и в Крым, и через медные трубы, и на обрыв. Да, только что-то солнышко уже нету. Зато какой прекрасный закат. Да. Представляешь, нам бы вот туда сейчас на гидроцикл, на тот островок. На этот островок. Ну да, вот с этими птичками, с чайками, со всеми этими. Посмотри, не хватает серфинга еще, там. Да. Если бы нам, конечно, разрешили, можно было вот так зайти и в воде... А птички там спокойно сидят. Все, если бы нам в воде разрешили зайти, в воде можно было так вот постоять, пофоткаться пока сейчас. Ну как-то сказать, я, ну, может, я недавно делала утопленницу со страшным гримом, я, помню, я заходила в воду. Да. Так, девочки, а проект вот вообще так, ну, наш проект, кратенько, вот да. Этот, да, именно да. Проект, а то у нас да. Еще есть другой. Да, вот этот проект именно. Этот проект организовала Мария Короткова. Художник, мастер Мехенди. Художник, да. Мастер по росписи Мехенди. Также она очень потрясающая, позитивная девушка, с ней приятно наши работать. Наши рисунки здесь можем. Продемонстрируй, вот. Ее красота, которую она нарисовала своими руками. Ой, класс. Полторы где-то часа, так полторы часа где-то она рисовала. Хочется сказать спасибо, что вы с нами, наш фотограф, да, да. Мы скромные, что нас вообще выбрали, потому что нас ведь отбирали для этого проекта. Очень нравится. Мы скидали фотографии. А претендентов сколько было? Много? Ну, я не знаю, это через личную почту. А, через почту. К сожалению, мы не можем сказать. Я рада, что мы подошли по типажу, по внешности. И мы с Ксюшей подружки, мы дружим. Вот так, Даша. Карина тоже с нами. Так это в процессе уже подружили или нет? Мы в проекте сейчас снова вставили. Еще у нас есть проект девчачий наш. Таганроги, и мы с этого проекта с Ксюшей, как бы, я провела ее в этот проект, и мы в нем остались, короче. Прекрасно. Это так. Также я модель второго тура этого проекта, то есть этот проект, он набирает девушек в модельную базу, а также в мужской журнал. То есть, если объяснить более понятно, то это, что есть возможность поехать в Нью-Йорк. То есть, попасть так же, как и на обложку журнала, так и в приложение к журналу. Ну и просто смысл оставил, это активный образ жизни. Для творческих девушек, творческие девушки, каждая по-своему индивидуальная, каждая прекрасна, он помогает раскрыть себя, свои таланты. Именно вот таких девочек, какие они естественные. Какие-то скрытые таланты, а также многое-многое другое. Это очень интересно, это каждый день он просто насыщен событиями. Ты открываешь почту, и ты не знаешь, куда бежать. Мы ходим на разные мероприятия, мы их организовываем, мы устраиваем показы, шоу, концерты, кастинги для новых девочек.
вот, развиваем таланты, мастер-классы делаем. Короче, вам скучать не приходится, я понял. Да, то есть мы постоянно развиваемся, движемся вперед. Поиски, да, движение вперед. И вот иногда день расписанный вот, по-частно, там, что надо сделать, и за собой же посмотреть. Часов. И нельзя болеть и расслабляться. Самое главное, нельзя болеть и расслабляться вообще. Ну, правильно, и вам продвигаться надо, продвигаться везде, да. Чтобы больше вас народа видело, так сказать. Мы в жизни, жизнь вокруг нас, короче. В этом смысл. Потому что когда человек чем-то активно увлечен, ему просто некогда болеть. И некогда стареть, он всегда молод. Но это вы знаете, я говорила. Сколько тебе там лет? 17, 20, 30, 35. Мы приглашаем девушек до 45 лет. Ага. То есть даже так. У нас есть самая взрослая модель, ей 75 лет. Ничего себе. В проекте такая очень ухоженная женщина, творческая. Девочки, каждая по-своему прекрасна, и мы гордимся тем, что они находят себя, раскрываются, и мы и очень многие. Рады, что мы можем им в чем-то этом помочь. Угу. Да. Кстати, в кафе, когда мы были, вот съемки проводили, там... Бургеры? Да, бургеры, да, когда там... Да, наши девочки собирались. Да, там девочка тоже, была 40 лет, да, кажется, была. Да, да, девушка. Были девочки. Возможно. Я, к сожалению, не помню этого мероприятия. Ты на одном голосе была со мной, когда Даша была? А на финале была Люда со мной. Вот ну, на финале. Значит, я была чем-то более. В общем, я пригласила человека. А съемки я не проводил, да. Вот да, остальные я загружал тогда. Жалко, девочки, что вы не приехали умнички. В Ростов к нам. Тоже у нас было мероприятие очень интересное. Ну. Но зато вы ездили на шоу, авиашоу. Да, я авиашоу, да, полностью заснял. Уже посмотрели. Посмотрели? Интересно, да.